Всем привет, друзья, с вами снова Дэнни. И в этом выпуске я с вами прощаюсь. Потому что увидимся мы с вами только в 2018 году. Что ж, друзья, хотелось бы сказать спасибо за вашу поддержку и за ваши комментарии. Только благодаря вам я продолжаю делать то, что мне нравится. Поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом! Ну а сегодня я расскажу вам, как пройти новый Forzathon, который продлится с 29 декабря по 5 января. И первая приятная новость – это новогодняя распродажа. Абсолютно на все автомобили будет скидка 30% на протяжении всего Forzathon. Ну а мы переходим к испытаниям. И за первое испытание можно получить 3 призовых игры. Чтобы его выполнить, вам необходимо победить любого соперника. Для этого вам необходимо перейти в меню «Соперники», выбрать абсолютно любую рекомендацию, далее выбрать любую понравившуюся трассу и любой из подходящих автомобилей. Ну а дальше просто необходимо победить призрака гонки. Мне удалось победить его с первого раза. За второе испытание можно получить 95 тысяч кредитов. Чтобы его выполнить, вам необходимо завершить сетевую гонку. Для этого нужно выбрать сетевую свободную езду и подключиться к любому заезду. Ну а побеждать или просто проехать выбирать вам. Для последнего испытания вам понадобится машина GT. Ну а чтобы его выполнить, вам необходимо всего лишь завершить 3 игры на игровой площадке. Ну а приз за данное испытание – это Porsche Carrera GT. Ну а на этом все, друзья. Увидимся с вами уже в новом 2018 году. Не забудь подписаться, если еще не сделал этого, и поддержи лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.